26 нокаутов в более чем полусотни профессиональных боев. И это лишь по правилам ММА. Чемпион мира и Европы по кикбоксингу, чемпион мира по универсальному бою, чемпион мира по кикджитсу и победитель международных турниров по боксу и K1. И всеми этими достижениями обладает один человек. Константин Глухов является образцом настоящего олдскульного бойца, который бился чуть ли не каждую неделю на самых различных турнирах, был готов сразиться с кем угодно и принимал любой вызов. При этом его стиль являлся одним из самых зрелищных в тяжелом весе. Сегодня мы расскажем вам о хардкорном турнире Ultimate Cage Fighters Championship, который прошел в декабре 2010 года в Австрии. На кону стоял главный приз в 20 тысяч евро, а бились за него сразу 16 европейских тяжеловесов. И чтобы завоевать титул, надо было держать 4 победы за один вечер. Все видеоматериалы по данному турниру взяты с YouTube-канала самого Кости Глухова. Ссылочка будет в описании. Обязательно переходите по ней, там вы найдете много раритетных боев и обучающие видео от самого Константина. И да, один из 4 нокаутов в данном видео будет техническим. Можете писать дневные комментарии. Ну или наоборот, поблагодарить за раритетные бои одного из крутейших нокаутеров своего времени. В общем, пишите, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал и на канал Кости Глухова. А мы начинаем. В первом бою Константин встречался с немецким гигантом Крисом Малле, который весил под 140 кг и носил впечатляющее прозвище «Зверь». В четвертьфинале Костю поджидал старый знакомый – Григор Ашокбабян, также топовый ударник-нокаутер, с которым Глухов встречался годом ранее на первом турнире данной организации. И тот бой реально вошел в историю. Знаете, сколько он продолжался? 78 минут. Два раунда по 5 минут прошли. А потом организаторы решили, что можно дать дополнительное время, и просто не останавливали таймер. В итоге на 68-й минуте третьего раунда угловые Григора все же выкинули полотенце. А спустя год Костю ожидал реванш. Yeah!
zu haben, ja? Zum Beispiel du, spazieren gehen würdest. Thank you.
полуфинале Глухова снова ждал бой с историей. Ведь годом ранее, после 78-минутного марафона со Шукбабяном, он практически без отдыха сразу же вышел на полуфинальный бой с грозным сербским тяжеловесом Миодрагом Петковичем. И ожидаемо, уже на 30-й секунде тогда Костя получил травму колена, закончившую для него тот поход за титулом. Сейчас же снова полуфинал, и снова все тот же серб, за плечами которого было к тому времени 47 профессиональных боев. Привяжись, Костя. Лево, лазо, и напред, гадите! Привяжись. Тако е, ту ногу му начи, дижи десну руку горе! Десно го, руки горе, бре! Тако, руши га! Ево, цар, руши га! Изади, усте гор! Проши 40! Руки горе! Слево, Костя. Руки горе! Само тако не стои, пази, десна рука горе! Привяжись, тако. Десну! Руку горе! Да. Пенни кик! Да, движение, да. Минут прошло! Горе! Моци! Стани доло! Дам ста! Минут 10! Стани! Поднимемся! Минут 15! Руки горе! Руки горе! Моци браду! Шаци, пуци, бейби, мауси! Zakopio te! Prednji kruši, zadnji kik, hajmo! Prednji kruši, zadnji kik, hajmo! Priči malo, cimaj! Zadnji dati! Minut 14! Prej sukaj! Ništa to! Minut 50! Ruki gore, prednji kruši, zadnji kik! A prednji kruši, zadnji kik! Три сукая. А покрени, ватай га. Молодец. Отлично. Два. Три сукая. Держи десну руку, горе. Пази, шо там ты дешь, ты преубьет. Гаси. Ай, горе. Гаси. Держи зуга. Гаси. Да, гаси. Отлично, гаси дальше. А, брони кошек, пелы. Брони кошек. Еще. Давай, убивай. Стани тут! 2,5 минуты! 2,5! Поднимай! Стани доле! Убивай кот! Ама, стань! Давай, сразу! Давай! Хорошо! А ты опять не хочешь там! Привяжись! Гаси! Кроши га навут! Ама, кроши! Гаси! Хорошо! Пойдем! Гаси, да! Застань! Так, ой, тут, Стани! Ба, 50! Нека прегай! Medical injury! Костя! Get to Henniger! Sieger und damit erster Finalist der MMA Championships Konstantin Lubos! Jetzt versteht man auch die Doppelbedeutung des Wortes Monkey Ringer. И вот финальная битва. На кону 20 тысяч евро. А против Кости, не знающий поражений, болгарин Радослав Радев, который, так же как и Глухов, на пути к финалу досрочно забил всех трех своих оппонентов пудовыми кулаками. Главное сражение ознаменовалось и самым зрелищным нокаутом того вечера. Привяжись. Давай! Молодец!
Привяжись. Молодец, не спеши. Отдыхай. Молодец!